Всем здравствуйте! Сегодня 24 июня, и так подросли глоксинии после пикировки к этому времени. Пятая глоксиния, видно, что она плоховастенько себя чувствует, остальные растут хорошо, и пришло время их пересаживать. Видно, что уже корешки оплетают земляником, поэтому уже уж точно нужно пересадить. Так, это у меня, значит, синие чернила лидируют по своим размерам. Это у меня тоже синие чернила. Это красные, чуть поменьше. И это тоже синие. А красные вот, один из которых чахленький. В общем, самые сильные оказались у меня синенькие. Горшочек я буду брать объемом 500 миллилитров. На дно я уже насыпала керамзит. И видно, если вот так поставить стаканчик, то остается только вокруг земелькой присыпать, и все. Аккуратно приминаю стаканчики. И аккуратненько вынимаю. Так, ставлю. Если нужна необходимость, то можно присыпать на дно земли еще. Так, чтобы не забыть, кто это у меня, на всякий случай, наклею на горшочек, чтобы помнить, кто это. Так, и присыпаю по краям землей. Все посадила. Теперь таким образом посажу все остальные глоксинчики. На синих чернилах здесь уже видны бутончики маленькие, вот в пазухах видно. И все равно я буду пересаживать, потому что пересадка щадящая, поэтому никак я им вреда никакого не нанесу. Все пересадила. Землю я использовала универсальную, как всегда, потому что у меня много разнообразных растений, и мне удобно использовать универсальные. Эту глоксинию я пересаживать не буду, потому что здесь даже корней не видно, и видно, что она слабая. И толку от того, что я ее пересажу в другой горшочек, нет. Поэтому она остается здесь, в этом стаканчике. Теперь после пересадки я поливаю. Но я сверху поливаю. Пока что все нормально. Он растут хорошо. Я знаю, что есть еще фитильный способ полива, но я применяю обычный. И теперь я буду ждать цветения, потому что бутончики уже есть, остается только ждать. После пересадки глоксинии чувствуют себя отлично, а эта маленькая как была слабая, так она и не выжила, погибла. Все-таки, если слабое растение, то уже сложно что-то с ним сделать. Так, сейчас посмотрим, как развиваются глоксинии поподробнее. Где есть бутончики, где нет. Сейчас будем смотреть. Это глоксиния. Так, кто это у нас? Синие. Эта глоксиния на момент пересадки уже была с бутончиками. Вот они подрастают. 1, 2. И здесь я уже высмотрела, что есть еще 3-4. Так, дальше. Так, у этой глоксинечки видны там, сейчас, вот, из пазушных почек. Маленькие-маленькие бутончики проклевываются. Так, дальше. На другой глоксинии вижу здесь один бутончик пока что. Это у нас кто? Синие. И здесь у нас есть что-нибудь. Здесь тоже зачатки есть вот из пазушных почек. Пока что малюсенькие-малюсенькие, но тоже. И это у нас красная.
Так что ждем цветение, все растет хорошо, бутончики появляются, они чувствуют себя прекрасно. Будем следить дальше за их развитием. Итак, смотрим, как подрастают бутончики. Уже даже отсюда видно. Сейчас посмотрим всех. Здесь у нас где было 4 бутончика, вот я еще вижу, 5 растет. Так, дальше. 2 здесь. Здесь тоже 2 малюсеньких. И здесь тоже. Итак, если я не ошибаюсь, то сегодня 20 августа. И вот они вот так подросли. Красавица, вот такие бутоны. Увеличиваются уже в размерах. Здесь тоже бутончики растут, но как-то медленно. Самая такая красивая с бутонами, это вот эта глоксиния. Это у нас синие чернила. Так что первые цветочки увидим синие. В общем, вот такая красота на сегодняшний день. Вот так подросли красавицы, бутоны увеличиваются. Удобряю я удобрением для цветущих растений. И ждем дальше. Зацвели, те еще просто в бутонах. Так, ну вот посмотрим сейчас поближе расцветку. Сейчас еще покажу упаковочки, которые были. Ну, смотрите, как красиво, какая красивая расцветка, вообще обалденная. Сейчас посмотрим весь цветочек поближе. Вот такая красота. Сейчас еще синенькую покажу. Вот она синенькая. Тоже красиво. Хочу обратить ваше внимание, что у красной, что у синей очень такой компактный кустик. И мне это очень нравится. Вот очень красиво смотрится. Это просто... Ну, просто красота, я не знаю, как даже объяснить еще, насколько это красиво. Ну, вот теперь давайте сравним, как на картинке это было и как это по-настоящему выглядит.
Немножко цвет, конечно, отличается, но как бы разные фотоаппараты по-разному фотографируют. Я имею в виду, иногда цвет искажает. Ну, вообще, я, в принципе, ну, не придираюсь к цвету, к расцветке. Меня лично все устраивает. Ну, в общем, вот такая красота, вот видите, да, из таких семян. Это фирма Поиск, да, Поиск. Вот так. Заказывала семена заказ. Ссылка есть под видео, ну, если интересно, где я покупала, что так зашли, выросли. Семена были свежие, мне понравилось все. Так, и теперь сейчас красненькую посмотрим. Вот красненькая. Тут, по-моему, даже и по цвету совпадает. Вообще все идеально. Еще по поводу цветения хочу сказать, что на упаковочке пишут, что она зацветает через 6-7 месяцев. У меня лично она зацвела через 8 месяцев. У меня есть целый плейлист, посвященный именно этим кустикам, выращенные из семян этой упаковочки. И там я точно указываю точное число, когда я их сеяла. Я не помню точно, то ли 8, то ли 10 января сеяла. И зацвели вот в сентябре. Сегодня 21 сентября. Вот они вот раскрылись, зацвели. И то, видите, это только два кустика, два еще не цветут. В общем, вот такая ситуация. Плейлист есть именно от начала, от посева, все, как я ухаживала, как я сеяла, все есть. Можете смотреть. И я думаю, эта вам информация поможет. И, ну, конечно, я балдею с этой красоты. Ну, я думаю, что вам тоже нравятся эти глоксинечки. Потом, когда зацветут еще вот эти два кустика глоксиней, я потом, может быть, еще покажу. Спасибо за внимание. Всего доброго.